К 2020 году российскую армию комплектуют комплексами «Искандер-М». Центральные, южные и восточные военные округа уже полностью перешли на новое оружие. Параллельно идет модернизация и самого комплекса. Но и сейчас «Искандер-М» — это лучший в своем классе. Он в состоянии преодолеть любую систему противоракетной обороны. «Искандер-М» — оперативно-тактический комплекс, который оснащен как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Он способен работать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50. При этом ракета может поразить цель на расстоянии до 500 километров.